Доброго часа, мой драгоценный зритель. Очень рад приветствовать вас на своем YouTube-канале, в своей новой рубрике «История вязания». На сегодняшний день есть очень много блогеров, очень много книг, посвященные истории искусства, истории музыки, истории архитектуры, истории моды. И везде уже нашли, уже все факты раскрыли, уже обо всем поговорили, но о вязании почему-то очень мало кто говорит в ключе культуры вязания, в ключе вязания как искусства отдельного, не просто рукоделия, а именно исторически очень важного такого мастерства. А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас для развития нашего канала поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Итак. Сегодняшний выпуск я решил посвятить происхождению вязания, конечно. Мы не можем обойти эту тему, мы должны о ней поговорить очень серьезно. И я предлагаю начать. Конечно же, сегодня все мастера вязания, все, кто интересуется хоть как-то вязанием, удивляется тому факту, что вязание действительно придумали мужчины. Вязание, которое мы наблюдаем сейчас, прошло очень долгий такой путь развития, понимаете, до сегодняшнего дня. Оно культивировалось разными народами, разными эпохами, стилями и жанрами. И если мы, конечно же, обратимся к началу этого, к началу начал этого ремесла, то, конечно же, мы с вами узнаем о том, что вязание придумали действительно мужчины, которые плели сети, рыболовные сети, и, значит, занимались рыбным промыслом. Собственно, об этом, наверное, это не секрет, и, конечно, многие об этом знают. И дальше, конечно, женщины уже переняли это искусство у мужчин, но об этом немножко позже мы поговорим. Сейчас хочу зачитать вам статью из презентации про историю вязания, именно дату возникновения, которую, конечно, установить точно невозможно. Вот, собственно, об этом и пишут нам авторы этой статьи. Точную дату возникновения вязания назвать невозможно. Но можно проследить за первыми упоминаниями об этом в виде рукоделия в различных источниках, а также древнейшими археологическими находками готовых вязаных изделий. Изначально люди вязали на руках. Да, собственно, об этом можно догадаться, конечно, инструментов не было. Изначально люди вязали на руках, и только позже с помощью специальных приспособлений, отдельно напоминающих современные спицы, вы понимаете, это, конечно, были другие совершенно инструменты, покажу вам картинку. На сегодняшний день, вот, например, когда я читал эту статью, мне, например, тяжело представить, как можно было бы до этого додуматься, когда сегодня мы зашли в магазин пряжи, и у нас большущий просто ассортимент крючков, спиц, разного размера, разного калибра, разной формы, разного материала. И совершенно все такое в таком изобилии. И на сегодняшний день очень важно говорить о том, как вязание дошло, именно дошло вот до этого изобилия всего, изобилия инструментов, изобилия материалов и изобилия, конечно же, техник. Да, это очень серьезная тема, на это нужно, для этого нужно выпускать отдельный ролик, понимаете? И, значит, вот дальше автор статьи нам пишет, предполагается, что первым опытом вязания для человечества стало создание рыбацкой сети, это то, о чем мы с вами поговорили. По легенде, это были английские моряки, которые, значит, занимались рыбным промыслом. Естественно, это было мужское занятие. Постепенно они улучшали свои навыки и придумывали новые способы сплетения нитей. Считались такие мужчины искусными мастерами. Конечно. Женщины спустя некоторое время переняли это умение для вязания предметов одежды и обихода. Вот как раз очень важный такой вопрос. Например, на сегодняшний день такие идут споры. Например, я на себе это ощущаю, когда мне многие пишут, и хейтеры, и не хейтеры, и многие пишут, что ну, вязание это же женское занятие, зачем ты этим занимаешься, это же не твое все. Ну, во-первых, наверное, я занимаюсь тем, что мне нравится, поэтому решать мне, что мое, а что не мое. А на эту тему я рассуждал достаточно много.
И понимаете, к чему ты приходишь, когда изучаешь как раз такие исторические факты. Да, мужчины изобрели вязание, так сказать, да, изобрели. Начали плести эти сети, хорошо. Потом, значит, уже когда вязание зашло в Европу, например, начали делать модную одежду, это уже 15-16 века, да. Женщинам не давали вязать. Но мы с вами знаем из истории любой культуры, да, женщин очень сильно дискриминировали вообще в те века, в то время. И, собственно, женщины, конечно, они занимались вязанием, конечно, они учились, они тоже развивали вязание, но по-своему, но в пределах дома, в пределах этого как раз-таки вот ремесла, понимаете, которое создает вещи, которое одевает семью, которую, ну вот, понимаете, предметы уюта, предметы быта, связанные своими руками, да, это вот как раз, это как раз-таки то женское вязание, про которое вот сегодня говорят, что вязание это женское якобы только занятие. Нет, это, конечно же, не так. И нужно нам с вами понять очень важную вещь, что вязание не принадлежит никакому из гендеров, например, а это просто такое занятие, которое может быть полезно для как и для женщин, так и для мужчин. Но, тем не менее, конечно же, стереотипное мышление, оно присутствует, и считается, что вот на сегодняшний день считается, что вязание – это только женское занятие. Но это, конечно же, неправда. Это, конечно же, неправда, это, конечно же, не так. Вот, я думаю, вы поняли мою мысль, да? Мужское вязание закончилось такое именно мировое, вот масштабное народное мужское вязание закончилось в тот момент, когда уже начались другие технологии. А женское вязание, оно как раз-таки тогда началось, когда женщины не плели сети, понимаете? Они уже начали вязать предметы одежды. Поэтому как бы они так и дошли вот через, это, так сказать, как правильная мысль, вот тем самым им незачем было, понимаете, переставать вязать. Они вязали, 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 вязали. А потом начался там, например, 19 век, потом начался Советский Союз. И после этого, после Союза, конечно же, вяжущих мужчин осталось очень мало. Да и, собственно, мужчин в целом осталось мало, но не об этом. Вязание, да, это, кстати, тоже очень интересный факт. Как и папоротники, вязание – это древнейший вид рукоделия. Папоротники – это древнейшее растение, да, как мы с вами знаем. Вязание – это древнейший вид рукоделия. Для начала стоит сказать, что существуют косвенные и прямые доказательства. К первым относятся упоминания в рукописях, различные изображения и другие, да. Ко вторым – находки вязаных изделий. Вот археологи, например, утверждают, что вязание начинается, вот именно вязание вещей различных, в третьем веке до нашей эры. То есть я вам покажу картинку. Были найдены в Египте носки. Конечно, это совершенно другая форма носков, не такие, которые мы вяжем сейчас, но это очень, конечно, интересно. То есть с точки зрения даже анатомии, почему вязаные носки выглядели так. Ну, это очень интересно. Так вы увидите на картинке, да, как делятся, например, пальцы. Сейчас мы вообще не вывязываем пальцы, например, на носках, и, ну, если, конечно, это не какие-то экзотические модели. Но это очень интересно, да, почему же вот так распределена пропорция именно пальцев. Это очень интересный момент, очень интересный. А как раз вернемся к инструментам, да. Про изобилие сегодняшних инструментов, конечно, стоит сказать. Сейчас есть очень-очень много различных технологий, даже технологий воспроизведения инструментов. Да, есть колоссальное количество, даже не счесть. Но вот инструменты древности выглядели вот так. Я показываю вам фото, то, как это выглядело. И, конечно же, тут можно удивиться, насколько не изменились
инструменты. Ну, в целом, конечно, в целом не изменились. Естественно, мы вяжем не косточками или не иглами с дырочкой. Да, но в целом не изменилась именно технология ручного вязания, инструмента ручного вязания. Мы с вами видим, что они такие же, такая же палка с острым концом, да. И такие же инструменты, например, вот и у меня сейчас такие же спицы. Да, это другой материал, да, они, конечно, ровные, они очень хорошо скользят и все тому подобное. Но мы с вами, понимаете, мы с вами, те, кто вяжут, вообще хоть когда-то кто-то вязал, мы с вами несем вот этот древнейший вид рукоделия. Это очень важно понимать. Это нужно понимать и принимать, и действовать в этом плане в свою пользу. Нужно от этого ловить кайф, получать. Вы понимаете, вы несете искусство, древнейшее искусство, почти как музыка. Вот, а как раз-таки про дальнейшее развитие мы с вами поговорим. Тут уже мы переносимся, конечно, с третьего века. С третьего века много чего произошло в мире вязания. Мы будем с вами, буду выпускать для вас лекции на эту тему. Будем с вами говорить. Сегодня мы немножко так прям быстренько пробежимся. И сейчас мы с вами уже в Европе, в 12 веке. Ученые предполагают, что в Европу вязание пришло вместе с египетскими христианами. В Италии и Испании стали вязать в 12 веке, во Франции чуть позже, в 13. Причем французы сумели сделать это занятие доходным бизнесом. Это очень интересная информация, кстати, да? В Европе этим ремеслом также изначально занимались мужчины. Были созданы целые артели, это назывались артели, где вязальщики создавали чулки, перчатки, воротники, манжеты, шляпы и другое. В Шотландии в это время появляется вязаный берет. Вот, пожалуйста, вам вязаный берет появляется в 13 веке. Из-за того, что все это вязалось вручную, производительность находилась на очень низком уровне. Да, конечно же, ручное вязание это не производство. Это, конечно же, ну вот на сегодняшний день это не производство, это, конечно, про искусство. Да. Вот, и очень важный момент, что позволить себе такие вещи, вязаные вещи ручной работы, могли только аристократы себе это позволить. Понимаете? Это к вопросу, вот на сегодняшний день это к вопросу о ценности работы мастеров. Понимаете, я скажу вам, как человек, который вязал на заказ, когда-то я вязал на заказ. Я перестал заниматься этим неблагородным совершенно делом, потому что неблагородным. Понимаете, но я не считаю, что вязать на заказ это плохо. Я для себя его так считаю неблагородным, потому как я, наверное, не смог найти правильный подход к клиенту. Но ценность ручного вязания, она очень высокая. На сегодняшний день, конечно, нас, мастеров, хороших мастеров, нас сбили с ног те самые, да простят меня, бабушки возле метро, которые торгуют носочками по 300-500 рублей там за пару, которые все лето вяжут, а зимой это продают, и добавка к пенсии, это все хорошо, все прекрасно. Но, друзья мои, так, конечно, быть не должно. Конечно, так быть не должно. Ценность своего труда должна быть высока, особенно вязание. Вы представляете, сколько петель вы делаете? Вы представляете, сколько одинаковых движений вы воспроизводите за один, даже когда вы носок вяжете элементарно. Просто посчитайте, и вы будете в шоке. Вот, и как раз-таки такая немножко резкая тоталитарная машина в виде тех самых бабушек, да, уж простите, что я так, но тем не менее, сбила, конечно, это искусство и превратилось это, ой, что так дорого, а что так дорого, да нет, я вон мне там свяжут, там за 500 рублей в метро куплю. Вы же понимаете, да, про что это? Это про ограниченность мышления. Возле метро можно купить все, что угодно. Но, понимаете, вещь от мастера, который любит это дело, вы получите, во-первых, вы не только вещь получите, еще уют, эту энергетику, которая будет вас греть, действительно греть. Вам это будет нравиться, и это совершенно другое. Это не купить возле метро носки и носить их до дыр.
например. Конечно же, мы будем с вами говорить о женщинах в вязании, да, это очень важно. И вот, значит, автор статьи нам пишет: к XVI веку вязала уже вся Европа. Женщинам доверяли только прясть шерсть, но не вязать, только прясть шерсть. В 1612 году парижские вязальщики заявили, что под страхом денежного взыскания не примут на работу в артель ни одной женщины. Ну, то есть, понимаете, да, насколько это было все серьезно, что их даже не принимали на работу вязальщицами. Да, не принимали на работу вязальщицами. Но, несмотря на это, женщины, все же переняли мастерство мужчин. В современном мире вяжут в основном именно женщины, а мужчина, который вяжет, наоборот, считается уникальным. Вот как раз-таки то, о чем я вам говорил в начале видео, что мужское вязание, вот народное мужское вязание, оно закончилось ровно тогда, когда появились технологии, которые позволяли плести сети, плести там, ткать, плести, точнее, ну, вязать, будем говорить, вязать, различные приспособления для мореплавания и так далее и тому подобное. А вот как раз-таки женщины, они это подхватили и пронесли до сегодняшнего дня, и до сих пор несут это с огромным удовольствием, с большим искусством, и куча потрясающих мастериц, женщин, которые действительно делают искусство, которые делают искусство. Вот. И по совместительству с этим развитием, с этим масштабированием вязания появляется, конечно же, вязальная машина. Конечно же, она появляется. В 1589 году Уильям Ли изобрел первый ручной вязальный станок, чем вывел это рукоделие на новый уровень. Скорость вязания на станке увеличилась более чем в 100 раз. Вы представляете, более чем в 100 раз. К концу 18 века была создана круговая вязальная машина. Это та самая машина, которую вы можете увидеть даже на моем канале, которая до сегодняшнего дня дошла почти в том же виде, в котором и была изобретена. И это, конечно, потрясающая новость, что изобрели машину. Потрясающая новость. И тем самым, понимаете, опять же, пардон, в умах простых смертных, как, да, будем их называть, тех людей, которые никогда не связаны с вязанием, никогда не связаны с вязанием. Появление, вот, конечно, оно незаметно, появление этой вязальной машины, но для мастеров оно заметно, потому как уже простые люди понимают, что, о, можно же действительно купить этот свитер, там, например, где-то за такую дешевую стоимость. А зачем я буду заказывать у мастера, например, если я смогу вот это все удешевить себе, опять же. Ну, конечно же, это совершенно другие. Это разные вещи, которые мастер, любой уважающий мастер не будет никогда сравнивать. Я, например, вот на своем примере скажу, как только я слышу, что кто-то пытается мной тем самым сманипулировать и снизить стоимость, когда я еще вязал на заказ, ну, то есть, понимаете, говоря о том, что, ну вот, например, на машине можно было бы там быстрее связать, как бы и подешевле бы получилось, может быть, мы с вами потом будем использовать машину частично. Нет, это сразу, это, конечно, не дело, конечно, не то. Если меня сейчас смотрят простые обыватели, которые никогда не связаны с вязанием, это очень хорошо, это очень приятно, я очень рад вашим просмотрам и вашему присутствию. Но поймите меня правильно, когда вы хотите себе вязаную вещь, вы идете к мастеру, вы должны быть готовы платить, потому что вы идете за работой мастера, а не за клубком ниток, который просто культивировали там, например, в шар. Вот это очень важная мысль. Да, вот об этом как раз и пишет нам автор статьи, но немножко по-другому, да. Изделия, связанные на машинке, стоили намного дешевле и были доступны не только высшим слоям общества. Да, опять же, вязание проходит в обычный люд. Ручное вязание, в свою очередь, стало более престижным. Более престижным, конечно, да, чем раньше, и не перестало быть популярным, среди богачей. Да, конечно, среди богачей не перестало быть популярным, потому как есть любители, есть ценители, и богатые люди, они всегда, конечно, ценят работу, ценят труд и ценят
Ценит качество, наверное, будем так говорить. И на сегодняшний день, конечно, вязание занимает важную, очень важную роль в мире моды, в мире рукоделия, да, любого рукоделия. И я хочу посвятить свой YouTube-канал тому, чтобы вязание еще занимало важную роль вот в искусстве и в культуре. Это очень важно. Вот мы так немножко с вами обсудили появление 3 век до нашей эры, да, потом приход в Европу 12-13 век, потом появление этой вязальной машины, это уже 16 век, да, 589 год. И, собственно, и вот на сегодняшний день настолько модернизировано все, якобы, да, вот мы можем подумать, как же все изменилось, но на самом деле нет. Появилось, да, появилось, конечно, больше узоров, конечно, появилось больше техник вязания, там, и мы узнали недавно, сравнительно недавно, конечно, о японском вязании, о японских техниках вязания. Это совершенно другой вид. Потом оно уже, вязание начинает культивироваться разными народами, как раз-таки, когда появляется английское вязание, французское, появляется вот русское наше вязание, которое именно русское наше. Об этом мы тоже поговорим в следующих выпусках, конечно. И это очень интересно, за всем очень интересно наблюдать. Вот поэтому я думаю, что этот выпуск был интересным для вас. И я старался говорить не так монотонно, как я делаю это постоянно. Поэтому, друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях обо всем, что вы думаете по поводу этого прекрасного ремесла. И, кстати, к концу нашего выпуска хочу сказать, что вязание крючком – это совершенно отдельная тема. Вязание крючком – это совершенно отдельная тема, потому как до сегодняшнего дня ни одна машина не может повторить узор, который вяжет крючок. То есть еще не придумали ни одну вязальную машину, которая бы могла вязать такой же узор, как вяжут ручным крючком. Крючком. Просто крючком, друзья. Вы меня поняли. Так что вот так. Да, и с вами был, конечно, ваш многоуважаемый и обожаемый Кирилл Александрович. До новых с вами встреч в следующих выпусках. Мне было очень приятно с вами беседовать.